Нападающий Энтони Гордон перебрался из Эвертона в Ньюкасл. Об этом сообщает официальный сайт Сорок. Пресс-служба команды заявила, что игрок подписал долгосрочный контракт. Стоит отметить, что 21-летний футболист стал первым приобретением Ньюкасла в зимнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит приблизительно 46 миллионов евро без учета бонусов. В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ньюкасл занимает третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 39 очков после 20 игр. А что вы думаете по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!